Меня зовут Арина, и сегодня я в бургерной Five Guys. На входе тут принято брать соленые орехи, арахис в скорлупе. Бери сколько хочешь, он бесплатный. Я заказала маленький чизбургер с беконом, со всеми наполнителями, кроме грибов. Грибы я не очень люблю. Бургер стоит $8. И отдельно я взяла попробовать местную картошку. Это маленький бургер, но он такого размера, что это, пожалуй, будет вся еда моя сегодняшняя. Бургер заворачивают в фольгу. Булочка с кунжутом. Мясо, сыр, майонез, огурцы, помидоры, лук, кетчуп, горчица и зелень. Сейчас я его буду пробовать. Очень вкусный. Бекон настоящий американский, хрустящий, огромные куски. Если вы будете когда-нибудь в бургерной Five Guys, обязательно берите все наполнители. Сначала может показаться, что это безумие смешать майонез, кетчуп, горчицу. Но они настолько органично вписываются в ваш бургер, что вы об этом не пожалеете. Картошку наваливают сразу в пакет. Непонятно, как ее есть. Там еще еда. Картошка, в общем-то, в стакане, но ее так много, что она разлетелась по всему пакету. И кетчуп. Бесплатный кетчуп. Очень сладкий. Настоящий американский кетчуп. Картошка от местных фермеров. Все органическое. И стоит маленькая порция $3. Орехи. Вы давно ели арахис в скорлупе? Арахис очень хороший и качественный. И все это я запью местной сладкой газировкой. Это самый маленький стакан. $3. Это стандартный размер. И бесплатное наполнение. Я выбрала Fruit Punch, вода красного цвета, не газированная и очень сладкая. Бургеры тут отличные. Я рекомендую это место и ставлю 5 из 5. За арахис, картошку и чизбургер с беконом.